На трэш-готовках, ребят, нету определенного количества ингредиентов. Я ничего не меряю, потому что это мне нахуй не нужно. Я просто сыплю на глаз. Присыпал Montreal Steak, A1 и этот Worcestershire sauce. Побрызгал вот так. Все. Замес. Вот они какие красавцы. Получается 5, но ну, можете сделать 6. Но они должны быть жирненькие такие, толстенькие, сочненькие получится. Делается все руками, полный контакт, как настоящая ручная сборка Lamborghini, то есть эти ламбургеры по полной технологии. Ну что, вперед на гриль. Вот он, красавец, на гриле. Все, вырубаем. И банс. Оу, е. Вот он, ламбургер мечты. Так, дополнение. Огурец, ну любой. Какие вам нравятся. Кетчуп. Горчичка, любая тоже. Если вы не въебенные гурманы, ну поставьте чуть-чуть релиш. Никаких салатов, листьев, никаких помидоров и другой лука, не другой какой-то хуеты, потому что это отбивает запах отличного ламбургера, прекрасного мяса. Приятного аппетита, чтобы, ребята, у вас все было заебато. Давай!